Транспортное движение по участку Кишиневской улицы Крянга между Каля Ешелар и Алба Юлия приостановлено полностью. Проезд будет закрыт на этих и следующих выходных из-за ремонта водопроводных и канализационных труб. До сих пор, пока шли работы, по улице продолжал ходить общественный транспорт. Теперь все троллейбусы, автобусы и микроавтобусы в общей сложности 17 маршрутов перенаправлены на другие улицы.